Спецоперация в центре Нальчика. В эти минуты информационное агентство со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает о ликвидации по меньшей мере 5 боевиков. Преступная группа этой ночью забаррикадировалась в одной из квартир 9-этажного дома и открыла оттуда огонь по силовикам. Всех жильцов тут же эвакуировали, здание оцепили. После ликвидации преступников к работе приступили взрывотехники. В районе, где все происходит, усилены меры безопасности, проводится дополнительная проверка документов, не исключена эвакуация транспорта и блокировка сотовой связи вплоть до полного завершения операции. Пока других подробностей нет, мы следим за развитием событий.